лишь раз, хотя сейчас куда ни кинешь глаз, ну полный атас, но все же будем смеяться, валять дурака и ожидать чудес. Надежда на двойника, чтоб я так жил, о нет! Ladies and gentlemen! Mesdames et messieurs! Дамы и господа! Товарищи и бывшие товарищи! Папаши и мамаши! Приветствую вас, кабаре двойников! Здесь реальность похожа на бред, вы на сказку, а прошлое кажется сном. Здесь от великого до смешного всего один шаг, и сегодня мы сделаем его вместе. Не бойтесь юмора, смеясь мы расстаемся со своим прошлым. Смех не опасен, безопаснее всех живут покойники. К нам! Страну дураков! Кабаре двойников! Вот без грима и без париков. Вечером в январе труба сиятельных двойников выступит в кабаре. Ильич и Март плечу плечо, и Горбачев, хоть он уже ни при чем, сегодня с места добрался такой контингент. Можно опонарить, так что смелей, лови момент. Так что смелей, лови момент. Жизнь это кабаре. В эфире кабаре двойников. Криминальная хроника. В Москве, на Лубянке, в здании бывшего КГБ состоялось совершенно секретное совещание. Представители прессы допущены не были, однако наши немецкие коллеги из журнала «Шпигель» любезно предоставили нам пленку с видеозаписью этого совещания. Значит так, поступило секретное задание. Требуются двойники известных личностей в хорошем состоянии. Не понял? Объясняю. Не просто отдельные приметы лысина, говор или пятно, а полная номенклатура, готовая к употреблению. Какой состав? Высший командный. Политические лидеры, звезды эстрады. А на кой? Тихо, тихо. Объясняю на живом примере. Наш народ любит своих героев, так? Ну? А могут возникнуть непредвиденные ЧП. ГК? ЧК. Какой ГК? ЧП. И это может быть. А потом еще, знаешь, как дверь с окном перепутают и того. Понял? Ага. Но это просто ЧП. А ведь так-то все разбегаются кто куда. Ну, о звездах эстрады я вообще не говорю. Тут вообще без страховки не обойтись. Но мало того, среди остающихся есть и пьющие. Конечно, еще как. И вот тут представь ситуацию. Идет правительственный концерт на высшем уровне. Все наши в ложе А. И Коль, и Тэтчер. А Кобзон не в форме. Он всегда в форме, проверяли. Я говорю условно. Он и условно всегда. Я говорю, допустим, представь, он не в форме. А вот ты в это время приспичило. Буду вечно молодым. И что тогда? Что? А то, что мы берем точную, живую его копию, и он под Йосину фонограмму поет «Не расстанусь с комсомолом». Уловил? Ага. Свиридов, ты молодец. Это тебе. Спасибо, товарищ полковник. Тут список. Распредели среди своих товарищей, быстро. Иванов! Я! Все слышали? А как же?
Стало быть, вот список. Разбежались и приступили. Одна нога здесь, другая там. И чтоб похожи были, как два пальца. И чтоб было тихо. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд и нафиг не нужна. Не нужна она и нафиг на второй. И на третий тоже. Но достаточно нам только намекнуть. Взять кого-нибудь и просто припугнуть. Нам любой поможет. Да без нас не может Родина прожить. Вот, пожалуйста, решила поручить двойников известных личностей ловить. А зачем? Да знаю. По десяткам мы отложим 5 минут, и они у нас запляшут, запоют. Сейчас их вам представят. А сейчас, дорогие... Сообщали в последнее время ведущие артисты советской эстрады, дали ряд благотворительных концертов в странах Западной Европы и США. Как передают информационные агентства, гастроли проходят с большим материальным успехом. Наш специальный корреспондент Игорь Николаев вылетел во все эти страны, чтобы взять интервью у звезд советской эстрады. Итак, смотрите его видеорепортажи, поступившие к нам по каналам TBS. Добрый вечер, дорогие телезрители. Как вам всем хорошо известно, Эдиту Пьеху связывают с Францией давние узы. Здесь она проводит большую и лучшую часть своей жизни. Вот и сейчас ее выступления на Лазурном берегу произвели подлинный фурор. Эдита Станиславовна, поделитесь, пожалуйста, с нашими телезрителями своими впечатлениями о последних новинках парижских модельеров. Я в Париж приехала не петь. Мне сейчас, поверьте, не до смеха. Просто больше нечего одеть. В Петербурге стало даже пьехе. Нужен палантин мне и манто, чтобы шло и чтоб смотрелось лихо. Чтобы не носил таких никто, чтобы удавилась пугачиха. Одежда, мой комплекс земной, не могу без бриллиантов и меха. Куплю и поеду домой, но кажется, не на что ехать. Спасибо большое. Игорь Николаев вести из Ниццы специально для кабаре «Двойников». В Нью-Йорке концерты Александра Малинина прошли с грандиозным успехом. Такие звезды зарубежной эстрады, как Барбара Стрейзанд, отменили свои гастроли, чтобы посмотреть программу нашего молодого, но уже очень популярного в Соединенных Штатах певца. Саша, находясь так долго вдали от родины, о чем вы думали? Знаете, я все время думаю, снял ли я дворники «Жигулей» или нет. Ну, а о доме-то вы думали? Конечно, думаю. Я очень люблю русские березы, и поэтому... Я сейчас лечу в Канаду. Там березки такие же, как у нас, есенинские. Мне совершенно случайно подпортило встретиться с Софией Ротару во время ее краткой остановки на пути из Бразилии в Малайзию. Нашим телезрителям будет очень интересно узнать, чем же вас угощали в Бразилии. Так порой бывает, денег часто не хватает, день за днем валюта тает, как во рту карамель. Чтоб купить себе обновки, жарим, парим на спиртовке, концентратом из перловки провонял гранд-отель. Баланда, жуткая баланда.
фоне дня. Баланда, жуткая баланда, что по ночам так мучила меня. Василий Борисов, Игорь Николаев. В Берлине с огромным успехом прошли гастроли народного депутата, бывшего СССР, народного артиста, бывшего Советского Союза, бывшего вице-президента компании «21 век» Иосифа Кобзона. Иосиф Давыдович, наших телезрителей очень интересует, как прошли ваши гастроли? Как всегда, на ура. А каково ваше мнение о современной западной эстраде? Когда советским строгим взором гляжу на их неяфорна, я говорю с немым укором: извините, у вас сейчас себя в браслетах, в медальонах, по сцене скачут, как козлы. И нет совсем певцов серьезных, остались мы, люлюлюляглы. Рядом, рядом, скромность и талант, только надо черт дать ответ сдержанному стилю. Да, 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 прыганью ногами. Нет, 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 даже если текли лабуда, каждый должен помнить мой совет песни комсомольской. Да, 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 западной параде. Нет, 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 нет. Ну, а теперь в цикле «Телевизионное знакомство» мы предлагаем вам посмотреть беседу нашего специального корреспондента с видным общественным деятелем, членом Президиума Всесоюзного фонда культуры, женой бывшего президента бывшего Советского Союза Раисой Максимовной Горбачевой. Разрешите прежде всего поблагодарить вас, Раиса Максимовна, что вы согласились дать интервью программе «Кабаре двойников». Ну, мне даже приятно. Я ведь так люблю двойников Михаила Сергеевича, особенно третьего и девятого. Если можно, скажите, а что же там случилось в Фаросе на самом деле? Это было совершенно ужасно. Вы знаете, эти ГК-чапаевцы... Да-да, так вероломно, на рассвете, без всякого предупреждения, хотели перейти все границы дозволенного. И что же их остановило? О, неслыханное мужество Михаила Сергеевича. Я такого даже за все годы совместной жизни не слыхала. О. Он так им и сказал: вы все, простите, не надо, не надо. Спасибо, я хорошо знаю русский язык, да. Хорошо знаю. Раиса Максимовна, а в какой момент вы поняли, что окончательно отрезаны от большой земли? Вы знаете, когда нам перестали доставлять спецпоёк. Ага, ага. В этой связи нашим телезрителям было бы очень интересно знать историю с видеоплёнкой. Расскажите. Ну, здесь нам просто повезло. Вы знаете, когда Михаил Сергеевич решил, что пора обратиться из заточения ко всему прогрессивному человечеству, мы совершенно случайно в чулане обнаружили телестанцию Гостелерадио СССР. Да, Гостелерадио. Да. Ирина Анатолий сняли его выступление на пленку, и потом эта пленка тайно была переправлена в Грецию с персональным дельфином президента. Простите, но я слышал, был другой экземпляр. Да, другая пленочка с пометкой «Совершенно секретно, ко всем людям доброй воли» мы запечатали в пустую бутылочку от пепси-колы и сдали на приемный пункт стеклотары. И какая же из этих пленок дошла до телезрителей в конечном итоге? Третья, которую мы потом сняли специально для программы «Взгляд». Раиса Максимовна, а как Михаил Сергеевич перенес все это? О, очень тяжело. Вы знаете, да, когда мы вернулись в Москву, Михаил Сергеевич даже собственного народа не узнал. Так что богатыми будете. Спасибо, спасибо, да. На здоровье. Все в прошлом. ГКЧП, президент СССР. Но, а как вы собираетесь жить дальше? Ну, как жить? Как все? Стоять в очередях, ругать правительство,
Ну, а Михаила Сергеевича я, наверное, посажу. Пусть пишет мемуары под мою диктовку. Да, кстати, как здоровье Михаила Сергеевича сейчас? Вы знаете, тяжеловатое, надо подлечиться. У него повышенная секретность, открытая форма. Так что будем лечиться по месту жительства в Швейцарии. Ага, спасибо. Дорогие друзья, при кабаре двойников создается благотворительный фонд в помощь жертвам демократических реформ, я бы так назвал, да. И сейчас мы проведем маленький такой аукцион. Все средства, от которого пойдут в помощь семье бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Спасибо. Дорогие друзья, Раиса Максимовна, если можно, вот историческую вещь, которую вы принесли с собой. Дорогие друзья, я хочу показать то, что мы хотим предложить вам с аукциона. Это историческая вещь, это книга «Я надеюсь», автора Раиса Максимовна Горбачева. Если можно, аплодисменты. Это первое пособие для женщин, как стать женой президента. Его первоначальная цена, утвержденная, государственная, 4 рубля 90 копеек. Книга с автографом. Первоначальная цена 4,90 прозвучала. Кто больше? 150 принято сразу. 150 раз. Молодой человек, аплодисменты. Первые 150 рублевки. 150 рублей 2. Кто больше? 200 принято раз. 200. Кто больше? 200 рублей 2. 200 рублей... Я хочу, чтобы сейчас обратили внимание еще на одну деталь. Помните, я говорил, что обязательно в конце каждого конкурса будут сказаны слова. А культурно-коммерческий центр «Блиц» победителю этого конкурса вручает... Так вот, культурно-коммерческий центр «Блиц» победителю этого аукциона вручает хрустальную вазу с символом своего... со своим символом. Итак, 200 рублей, кто больше? Спасибо. 300 рублей раз. За вазочку, за книжечку, прошу прощения. 300 рублей, 2, кто больше? 400 принято, только руку обязательно вверх, чтобы я видел. 400 раз, 400 рублей, 2, говорю быстро. 400 рублей, нет желающих больше? 500 принято, говорите быстрее, буду говорить очень быстро. 500 рублей, раз, 500 рублей, 2, 500 рублей. 1000 принято с балкона, аплодисменты балкону, 1000 рублей, раз. Левая сторона, Дима. Левая сторона? Левая сторона. 1000 рублей, 2, вижу. Две без вопросов. 2000 раз, 2002. 2000, будем соревноваться. 2000. $50 принимается, дорогие друзья. $50 это больше, чем 2000. Раиса Максимовна, я думаю, что доллары в Швейцарии вам пригодятся гораздо больше. $50 раз, $50 два. По какому курсу отдаете? $60 здесь. $60 раз, $60 два. $60. 60 долларов это больше, чем $50 и 300 рублей. $60 принято 2. $60 нет желающих, тогда назовем эту цену в рублях. Подождать немножко, а? Вы сейчас насчитаете больше? У соседей соберет. Я не слышу, ваша цена. Осталось пальто. Можете вместе с пальто предложить? Итак, последняя цена $60. $60 раз, $60, 2, $60. 3 продано, дорогие друзья, $60. И мужчина, который победил на этом аукционе, пожалуйста, быстренько проходите. Проходите сюда. Аплодисменты, пожалуйста, дружнее. Раиса Максимовна, убедительная просьба. Вы сами вручаете книжечку и сами принимаете деньги, потому что отчитываться потом вам. И обязательно вазочка, конечно. Огромное вам спасибо, аплодисменты. Спасибо. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы так оценили мой писательский талант, а я передам Михаилу Сергеевичу большой привет. Огромное спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, очень жаль расставаться.
Очень жаль расставаться, но Раиса Алексеевна вынуждена нас покинуть. Провожаем жену президента. И продолжаем нашу программу. Спорта наш спортивный комментатор Марчелло Мастрояни. Бонасеро, сеньориты, бонасеро, сеньоры. Говорит и показывает кабаре двойников. Наши микрофоны и телекамеры установлены на музыкальном ипподроме, где через несколько минут начнется хит-забег известных артистов эстрады на большой ежегодный приз «Шлягер-92». Представляю вам участников забега. По первой звуковой дорожке бежит двухлетка французской легкоупряжной породы Патриция Каас. У нее прекрасная стать, поджарая с тонкими ножками, валютными бабками и лебединой шеей. Отрога ломит виски и высыхает мозги, и ритм слишком резкий для благородной тоски. Но есть и подлинный вкус, и пусть услышит союз, как начинается блюз, как начинается блюз. Мелькнет, как солнечный блик, певица, подлинный лик, но только образ возник, как появился двойник. Ну вот на скачках у вас лишь не Патриция Каас, а настоящая Каас, ведь для кабацких врагов. Мадмуазель, то в Париже, то в Вене, и каждый выбил шаг и движение руки, а кабаре ей, конечно, на пени. Пусть скачут на бегах двойники, 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 двойники. Второй звуковой дорожке бежит рекордистка по кличке Алла. Обратите внимание на пышную гриву и хорошо развитые ноги в белых чулочках. Диск-жокей мастер выездки Владимир Кузьмин. Oh,
По третьей звуковой дорожке скачет королевская пара. Пеги и близнецы Аргамаки Игорь и Николаевы. Обратите внимание на редкое сочетание. Шикарная золотая грива при общей темной масти. И мечту свою осуществил. Девочке Наташе песню я написал и потом ее удочерил. Как-то утром рано желтые тюльпаны, желтые. Что же творишь ты с отцом, юная богиня? Знаешь, бананы почем? Юная богиня, вышел с тобою облом. Юная богиня, сдам я тебя в детский дом. Ты дочка, пусть твой голосок льется звонкий. Хочу я на ручки, боюсь, буду внучки, а сейчас не достанешь пеленки. Простите, на дорожке появился какой-то посторонний человек с бревном. Очевидно, пошел не тем путем. Но сейчас он найдет верную дорогу, освободит трассу, и скачки начнутся. Итак, внимание, колокол, пошли! Со старта все взяли довольно резво. Идут плотной группой ноздря в ноздрю. Но вдруг вперед вырвалась незаявленная в программе бегов салон.